Привезли вот такую шикарную модель, это коляска Трансформер, будет стоить она до 14 тысяч, сейчас цену не скажу, подпишем под видео. Коляска действительно шикарная, здесь идет сочетание цветов такого бежевого цвета, соответственно, дополнено золотой рамой и такие терракотовые вставки, даже не скажу, что они коричневые, такой ближе к терракотовому цвету. Соответственно, эти вставки, они выполнены из эко-кожи, на люльке, на корзине идут они и, соответственно, на самой ручке. И в бампере, вот он, здесь также эко-кожа. Колеса идут без возможности прокалывания, колеса резиновые, наполнены гелем. Задние колеса, передние колеса – это вспененная резина с возможностью фиксации. То есть передние колеса можно фиксировать. Также я отмечу, что здесь просто, не знаю, сейчас одной рукой попробую вам это показать. Здесь просто шикарная амортизация, отличное укачивание идет. Также здесь продумали экран ответа с окошком для мамы, то есть можно наблюдать за малышом. Накидка, она идет плотненькая, удобная, теплая. Давайте заглянем дальше. Внутрь коляски. Комплектация дождевик. Москитная сетка. Смотри, все очень хорошо, достойно выполнено. Вот такой коврик. Вот правильно положили. Сейчас его переверну. Спасибо, достану. То есть вот такой вот матрасик, он служит и для люльки, и в дальнейшем сидячий блок. Вот посмотрите, даже сделали низ для ножек в эко-коже. И, соответственно, вот они прорези по пятиточной линии безопасности. Соответственно, такая идет хорошая комплектация. И коляска действительно внешне очень достойно смотрится. Вот она. В комплектации также не сказала, есть место для мамы. Здесь также есть москитная сетка на лето, чтобы была дополнительная циркуляция воздуха. Вот такая вот замечательная коляска у нас сейчас есть, девочки, в наличии в одном экземпляре.